По данным МЧС ДНР, за прошедшую неделю в республике подразделениями ведомства было ликвидировано 427 пожаров. 256 из них, то есть практически 60%, это возгорание сухой растительности. Одно из самых драматичных происшествий недели случилось в Зугрессе, где во время тушения пожара был спасен годовалый ребенок. После того, как на линию оперативно-диспетчерской службы 101 поступил звонок о пожаре в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома в городе Зугрессе, на место выехали сотрудники 29-й и 28-й пожарно-спасательных частей Государственного пожарно-спасательного отряда «Харциска». 2 сентября произошел пожар в городе Зугресс. По улице 60 лет октября, дом 35, на третьем этаже. Пожар был локализован и ликвидирован. В ликвидации пожара участвовало 6 единиц техники. В ходе тушения пожара по автолестнице с 4 этажа с балкона над горящей квартирой спасателями были эвакуированы 3 человека. В том числе годовалый ребенок, которого сотрудник МЧС вынес на руках. От госпитализации пострадавшие отказались. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Находились дома, услышали крики в подъезде. Получается, после криков открыл дверь, был полный подъезд дыма. Спускаться через подъезд не стали, вышли на балкон. Потом приехали, бегал, тушил тазиком, чтобы не загорелся мой балкон деревяшки. Приехали пожарники, затушили, спустили, в принципе, все нормально. О причинах возгорания ничего не сообщается.